Подводная лодка зашла сегодня утром в акваторию порта города. Северодвинцы стали свидетелями уже привычного для многих, но все-таки зрелища. Как удалось выяснить, корабль направился в центр судоремонта «Звездочка». В пресс-службе предприятия пояснили, в Северодвинск прибыла многоцелевая атомная подводная лодка «Волк» проекта 971. Корабль пришел для проведения работ по среднему ремонту и глубокой модернизации. Это уже второй корабль этого проекта. Первый корабль «Леопард» сейчас проходит, выполняются такие работы на первом корабле. Вот. И в этом году мы ожидаем, что еще два корабля с Тихоокеанского флота этого проекта придут к нам на завод. Прибывший на «Звездочку» атомоход «Волк», несущий службу на Северном флоте, пробудет на предприятии почти 3 года по контракту. Срок завершения ремонта и модернизации – 2017 год.